Привет, друзья! Минобороны опубликовала кадры боевой работы мобилизованных военнослужащих на Украине. Расчет артиллеристов использует 152-миллиметровую гаубицу Д-20. Укрытие! Восстановление наводки. Наводка восстановлена. По готовности огонь. Орудие! Орудие! Прикрываем нашу пехоту. Вчера отработали достаточно хорошо. По некоторым районам отработали на 5 баллов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.